работают комментаторы. Георгий Чердан нам показывает сейчас состав команды «Хозяев». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. В эфире работают комментаторы. Георгий Чердан нам показывает сейчас состав команды «Хозяев». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. В эфире работают комментаторы. Георгий Чердан нам показывает сейчас состав команды «Хозяев». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. В эфире работают комментаторы. Георгий Чердан нам показывает сейчас состав команды «Хозяев». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. В эфире работают комментаторы. Георгий Чердан нам показывает сейчас состав команды «Хозяев». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. В эфире работают комментаторы. Георгий Чердан нам показывает сейчас состав команды «Хозяев». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. В эфире работают комментаторы. Георгий Чердан нам показывает сейчас состав команды «Хозяев». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Первый тайм начался. Ну-ка, ты можешь все? Удар! Как же так, он не попал, а? Такая возможность отвлечет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут.